Good afternoon. Good afternoon. Добрый день. Welcome to our ninth lesson. Добро пожаловать на наш девятый урок. И сегодняшний урок мы начнем с письма. Нам написала одна девочка. Listen to the letter. Послушайте письмо. Слушайте очень внимательно, чтобы понять, о чем оно. Good afternoon. My name is Polly. I'm fine. I'm 7. Bye. О чем было это письмо? Добрый день. У меня все хорошо. А как ее зовут? My name is Polly. Polly. Polly это по-русски? Полина. Полина, yes. And I'm 7. Сколько ей лет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, все верно. And bye. Bye. Это она что сказала? Пока. А теперь давайте вспомним наши буковки. What's the letter? Какая это буква? A. What's the word? Какие слова? Yeah, apple. Okay. Very good. What's the letter? Какая это буковка? A. Это A разве? B. Yes. What is this? Что это? Ball. What is this? Что это? Book. Very good. What's the letter? Какая это буква? C. C. Верно. Hat. Yes, hat. Right, yeah. What's the letter? D. And what is this? Dog. It is a dog, yes, right here. Я надеюсь, ребята, вы тоже вместе с нами все буковки и слова вспомнили. А сейчас мы с вами выучим новую букву. Итак, это буква И. И. Yes. Repeat after me. Повторяем за мной. И. И. Elephant. Elephant, yes. Слон это elephant. Вот он у нас слоник нарисован. And repeat after me. И повторяем за мной. Elephant. 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 Very good. Очень хорошо. Let's learn the poem. Давайте разучим стихотворение. Listen to me. Слушай меня. Буква И белее, чем снег. С И берет начало egg. Egg высиживает квочка. Тут конец. The end. И точка. Now, repeat after me. А теперь повторяем за мной. Буква И белее, чем снег. Буква И белее, чем снег. С И берет начало egg. С И берет начало egg. Egg высиживает клочка. Egg высиживает клочка. Тут конец. The end и точка. Тут конец. The end и точка. That's nice. Very good. Now, let's recite this poem all together. А теперь давайте расскажем это стихотворение все вместе, хором. Буква И белее, чем снег. С И берет начало egg. Egg высиживает клочка. Тут конец. The end. И точка. А теперь постарайтесь рассказать это стихотворение вместе с Викой. Буква. Буква И белее, чем снег. С И. С И. Вот начало egg. Egg высиживает клочка. Вот конец. The end и точка. Отлично. Ребята, у вас получилось запомнить стихотворение? Если нет, перемотайте немножечко видео назад, прослушайте еще раз, запомните его и обязательно расскажите своим родителям. А мы с вами, да, переходим к музыкальной паузе. Let's sing. Давайте споем. Мы с вами споем песню про приветствие. First of all, listen to the song. Для начала послушайте песенку.
Now repeat after me. А теперь повторяем за мной. Hello. 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 How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I hope. I hope. 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 Теперь язычок между зубками. That. That. You are too. I hope. I hope that. That you. You are. Are too. Too. Let's sing together. Давайте споем вместе. А теперь поете вместе с Викой. Hello, 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 how are you? I'm fine, I hope that you are too. Отлично! У вас замечательно все получилось. Сегодня мы с вами научимся задавать вопросы. Listen to me, послушайте меня. Is it green? Это зеленый? No. Если это не так, то мы даем ответ no, нет. Is it blue? No. No. Is it pink? No. Is it red? Yes. Итак, если у нас положительный ответ, мы отвечаем да, yes. Если отрицательный ответ, мы отвечаем no, нет. Repeat after me. Yes. Yes. No. No. И чтобы задать вопросы, мы с вами будем использовать такую структуру, как is it? Is it? Is it green? Is it green? Is it blue? Is it blue? Is it pink? Is it pink? Is it red? Is it red? А теперь давайте с вами поиграем. Я загадала один цвет. А Вика будет угадывать его и задавать вопросы, которые начинаются со слов is it? Is it blue? No. Is it pink? No. Is it red? No. Is it brown? No. Is it yellow? Yes, it is. Итак, Вика угадала. Мой цвет yellow. Yellow какой это цвет? Желтый. Yes. А теперь Вика загадывает цвет, а я буду угадывать. Ready? Готова? Yeah. Is it red? No. Is it pink? Yes. Okay. Pink. What color is it? Какой это цвет? Розовый. Отлично. Ребята, вам понравилось, надеюсь, с нами играть? Поиграйте вместе с нами. А теперь мы с вами вспомним, что именно мы сегодня выучили на уроке. Что нового мы сегодня узнали? Цвета. Цвета мы новые узнали? Да. Нет, мы узнали не цвета новые, а мы научились задавать вопрос. Например, is it green? Это зеленый, да? Мы научились спрашивать. Что еще нового мы выучили? Петь. Да, мы выучили новую песенку и еще новую букву. Какую? И. И, все верно. И слова, которые начинаются с этой буквы. Давайте еще раз повторим. Как будет слон? Elephant. Яйцо. Egg. Egg. Конец. End. End. Яйцо. Egg. Конец. End. End. And our lesson is... It is the end of our lesson. И это конец нашего урока. Если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайк. Подписывайтесь на наш канал и изучайте английский вместе с нами.
До скорых встреч! Bye! Bye! Have a nice day! Bye-bye! Bye!